Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелов, с вами Народный Батюшка. Еще раз напоминаю, что это канал для простоверов. Тот, кто хочет верить в Господа без всяких излишних измышлений или излишней запутанности. Поэтому мы здесь говорим о вещах простых, простым языком, рассуждая о том, что близко нам. О каком-то, вот вы видите, о чем-то далеком, о том, что требует академических знаний и больших, значит, томов расследований и исследований, мы с вами не разговариваем. Но сегодня разговор о всем известной вам фразе, которую высказал батюшка Серафим Саровский: «Моли Бога о нас, Отче, и помоги нам разобраться в этой фразе», которая звучит для нас всех вроде как бы понятно: «Стяжи дух мирен, и тысячи душ вокруг тебя спасутся», а с другой стороны вызывает у многих вопрос: что же нужно делать, что такое сказал отец Серафим, и почему вокруг тебя от того, что ты стяжишь дух мирен, начнут спасаться люди. И на обычный взгляд, что все просто сказано, ну, стяжи дух мирен, вот, и многие от тебя спасутся. А на исследовательский взгляд, если хорошенечко разобраться в том, что сказано, могут быть немножечко другие откровения и немножечко другое рассуждение, и немножечко другие понятия того, что здесь сказано. И, на мой взгляд, я вам сейчас представлю пару версий, других версий. Одна-то есть у всех всегда версия, и вы пойдете в любой журнал православный, вы чаще всего ее и встретите, эту версию. Но, как мне кажется, она как раз и не совсем правильная. Совсем правильная. И давайте тогда рассмотрим сначала ее. Первая версия, давайте я не буду зачитывать, вы просто поверьте, заключается в том, что слово «стяжи» воспринимают как «получи», «стяжи», «стяни», вот, «заработай». Вот. И я, кстати, вы можете найти этот ролик, тоже когда-то так объяснял и, в общем-то, думал, что ну а почему бы нет, вот, наверное, это правильно и есть. И недавно прочитал вот такое объяснение, вот тоже протоиерея, который говорит: ну, Серафим Саровский, он из купеческого рода, поэтому он легко применяет какие-то относящиеся к торговле и купечеству слова, лексику. Я не знаю других слов, которые относили к купечеству в его речах, но это слово мы можем рассмотреть и посмотреть, как оно воспринималось на самом деле во времена как раз Серафима Саровского и купечества, хотя купечество в его время еще не было развито в том виде, каком мы его в конце XIX века узнали. Ведь основное купечество, которое вдруг разбогатело, которое вдруг, значит, стало иметь какой-то особый род и так далее, оно все-таки появилось чуть позже, после раскрепощение крестьян, когда их отпустили на свободу. Вот там действительно купцы были особого. А во времена, когда Серафим Саровский проповедовал, когда вот он все это делал, купечество было, можно так сказать, приниженным родом. В общем-то, дворянство было основным. Или владельцы, они, дворяне, имели в том числе и этих купцов у себя в крепостничестве. То есть купцы могли быть даже крепостными крестьянами. У нас вот здесь множество купцов, Прохоровы, ну, в частности, вот Прохоровы, они были крепостные крестьяне.
а были купцы. И поэтому у них не было такого вот почетности и какой-то этой, и применения им лексики особой духовности, я бы не считал, что было приоритетом. Тем более, зачем опускаться в духовности батюшке Серафиму, если он священник, и применять купеческие, то есть не, такие торговые, что ли, слова. Но дело не в этом. Дело в том, что я бы хотел просто сопоставить различные значения, насколько они приоритетнее могут быть в толковании вот этого слова «стяжи». Итак, первое значение, которое мы обсуждаем, это общепринятые или многими принятые значения, которые обозначают «получи», «стяни», «заработай», «стяжи», неправедные там или еще что-то. И вот из этого исходя, мы с вами видим, что когда эту фразу принимают как основную, направляющую на свою какую-то духовную деятельность, то начинают стяжать. Начинают и ищут способы. А как начнем мы, как мы будем стяжать? А вот давай пройди 150 раз по канавке. А прочитай вот столько-то, значит, акафистов. А сделай столько-то поклонов и так далее. Батюшка это тоже рекомендовал. И по канавке у него ходили, там и поклоны, там и все остальное. Но если это считать способом получения Духа Святаго, то это не так. Это не так. То есть Дух Святой, он не получается какими-то вот такими конкретными, можно так сказать, магическими усилиями, когда вы считаете, что я вот это сделаю, и я получу Духа Святаго, вот 150 раз прочитаю, и он будет во мне, то вы очень сильно ошибаетесь. Очень сильно ошибаетесь. Дух Святой совершенно не так появляется в человеке, и не для этого он появляется в человеке, чтобы укреплять его, а ты давай еще 10 тысяч, значит, прочитай и все остальное. И, ну, мы уже не раз говорили, зачем Дух Святой появляется в человеке. Он помогает ему в добре. Давайте уж я здесь сразу. Он помогает ему быть помощником Бога, Христовым, сотоварищем, вот если уж мы купеческие будем применять какие-то лексику, то товарищ – это вот тот, кто помогает, товар ищи, стяжать, стяжать. Вот. Поэтому здесь попадает вот такой человек в некоторую такую бесперспективную и не приводящую ни к чему деятельность, собственную деятельность, которая вроде увеличивается, и вроде она все время нарастает, то есть, а духа нет. Духа нет. Тем более вокруг него никто спасаться не собирается. Я видел таких, которые могли там 10 тысяч, значит, по четкам в день прочитать. Они акафистов могут в день несколько штук, они все поклоны там по тысяче и с лишним делают, они встают в определенное время ночью и говорят, вот только в это время, только вот прочитав вот это, вы получите что? Духа Святаго? Ничего подобного. Это не так. И видел вот этих, в том числе в Дивеево их много, вот таких, которые они оденутся по-особому, у них четки замусоленные, у них мешки какие-то за спиной, они блондятся по монастырям и всем этим, они шарахаются от тебя, если ты что-то у них спросишь. Вот. В общем, весь вид стяжателей, то есть, которым, значит, имеют, а духа нет, и никто вокруг них не спасается. Никто не спасается. А здесь ведь вторая-то часть, и тысячи душ вокруг вас спасутся. Я бы хотел сейчас, перед тем, как перейти ко второму объяснению,
этого старославянского, или даже он и европейский имеет, значит, корень. И я думаю, санскрит, если туда дальше, мы пока о церковно-славянском языке говорим. Вот здесь очень важная, на мой взгляд, еще часть в этой фразе, что тысячи душ вокруг вас спасутся. Не людей, не людей, а душ. Это очень интересное тоже замечание, потому что некоторые, вот говоря о том, что вот мы стяжаем, мы много читаем, мы много, значит, это, вот мы много делаем, всего стяжаем, стяжаем, поэтому давайте собирайтесь к нам, люди, и вы у нас спасетесь, вам будет лучше, вам будет хорошо, и собираются таким образом, и секты собираются таким образом, и какие-то новые религиозные направления таким образом могут собираться, потому что они собираются со вторым значением. Спасаемся мы, люди. Здесь мы спасаемся. А души спастись могут и без присутствия в каком-то монастыре, в каком-то, значит, месте. Я думаю, что стяжавший дух, тот же Феофан Затворник, своими произведениями действительно спас тысячи душ, как и батюшка Серафим, оставив вот эти беседы, и тоже спас тысячи душ, не собирая их в какое-то в одно место. А здесь иногда вот так интерпретируют, что вот спасаться нужно вот тем, что мы будем все вместе стяжать, то есть одинаково молиться, в одинаковое время проснемся и одинаковый акафист прочитаем. И это и есть стяжание, которое благословил батюшка Серафим. Но это стяжение людское, для людского удовлетворения. Для души оно может быть и не спасительно. Поэтому приникают к одному, к другому, а потом оказывается, что все как-то не так. Почему это относится к той объяснению или к той этимологии слова «стяжи», которые я вам хочу сегодня представить. И вы можете проверить, ну, хотя бы в словаре Даля, ну, вот у Даля можете посмотреть. Это я уж не отношу вас к словарю старославянскому, где немножечко все, даже нет такого церковного слова. Там и стяжи есть. Но давайте мы вот вторую версию, ну, хотя бы относительно словаря Даля рассмотрим этимологию. И она заключается в том, что стяжи – это собери. Собери в одно. Вот имеющиеся у тебя собери и сплоти. Ну, например, бочонок. Его стягивают обручами. И это тоже стяжание. То есть вот у вас есть у вас детали бочонка, вы его стяжали. Или раньше не шили одежду, а стягали. Стяжи. Стяжки делаете вы, когда шьете одежду, да? Стяжки. Это тоже вот собери. Собери в одно. Это то же самое, что получи или заработай. Как первое значение мы с вами рассматривали. Нет, это другое. Это то, что у вас имеется, но вы должны собрать воедино. И это, как ни странно, имеет место быть, потому что в каждом из вас есть вот эти детали духа мирно. Духа мирно. То есть вы можете мирно сидеть и гладить животное какое-то, кошку или собаку, уж кому чего-то. Вы можете иметь отношение с внуками, такой вот мирный, дух мирный. То есть дух мирный у вас у всех есть в какой-то степени. Уж я не верю, что нет людей, у которых вообще его внутри нет. Что, ну, это, наверное, абсолютно злой человек, и это уж, наверное, какое-нибудь заболевание. Как у
Помните, в «Мастере и Маргарита» есть эпизод про суд Христа. И там Понтий Пилат судит Христа и рассуждает при его допросе о том, почему Христос всех людей называет добрыми. Он говорит, вот этот добрый человек, ну, в общем, убийца там и все остальное, почему ты его называешь добрым? Тот, кто бил тебя, ну, в общем, вот такое это. Это интересное рассуждение, потому что как раз, на мой взгляд, здесь вот Булгаков и обратился к вопросу, а почему христианство всех людей может считать добрыми? А я думаю, потому что в каждом есть дух мирен. Дух мирен. Но проблема в том, что этот дух не собран. Он не является основным. Он разбросан по жизни человека и проявляется эпизодически там, где он кого-то любит или не боится кого-то. А когда он не стянут, то он и не работает в нем. То есть вы не стянули бочку обручами, разве это бочка? Что она вам, какую она вам пользу может принести? Вы вот эти лоскуты, выкройки не стянули стежками? И какая же это одежда? Вот. И поэтому стяжи дух мирен. Здесь логичнее воспринимать, как собери в себе свой дух мирен, воединую вот мирную сущность, и тогда вот от этого мира начинает спасаться от вас. Тот же ваш внук или внучка порадуется, что у вас дух мирен. Если вы этот дух мирен в таком большом объеме распространяете на окружающих, то они тоже душами своими начинают умиротворяться. Они тоже начинают душами изменяться. Может быть, у них поведение еще не меняется, но душа у них меняется. Поэтому возлюби врага своего, влияет вашей любовью на него не через тело и не через язык, а через душу. Когда душа с душой, как говорится, говорит, они начинают чувствовать свое родство и вот эту мирность духа между ними. И начинают тоже спасаться и тоже думать, ну а что же, почему бы нет? Вот поэтому я считаю, что вот второе значение слова «стяжите», то есть «соберите», оно более значимо и более верное, чем везде настяжайте. Хотя я слышал, как отец Наум мне говорил, ты как пчелка, там найди, значит, вот того, что радует, что это. И тогда я бы предложил и то, и другое. Вот. То есть, если вы уже где-то получили что-то радостное, ну тогда соберите у себя и вот нарастайте внутри себя, как бочка. То есть, там в Дивеево получили одну радость, в Лавре другую радость, в разговоре в каком-то третью радость. И соберите. А так вот стяжать, копить и не собирать это как в единый дух. Это вот все равно, что варьё. Вот так собирает, прячет свои богатства, вот, пользуется потихонечку во вред другим. Это вот примерно выглядит так. Но есть и третье значение этого слова. Вы тоже проверьте, если хотите, но пока просто поверьте, чтобы нам не занимать время. Стяжите – это то же самое, что стужите, вытерпите. Вытерпите. Вот тяжесть, вот эту сносите тяжесть духа мирно. Стяжите духа мирно, то есть вынесите его, вытерпите его. И вы знаете, это тоже очень серьезное значение и вполне может иметь даже самую главную роль. Потому что вытерпеть свое мирное существование –
радостные состояния и ко всем, значит, добрые состояния. Это очень тяжелый труд. Нет, это подвиг. За этот подвиг нам Христос обещает Царствие Небесное. Потому что, в принципе, это подвиг кротких. Да, вот перед этим, вот перед заповедью «Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся», заповедь о кротких. Они наследуют землю, а эта кротость уже подвиг. А второе, что это еще и мирный подвиг, это уже два подвига в одном. В том, что нужно вытерпеть свое духовное состояние доброго человека. Вот, это не всем дано, это очень сложно. Это идешь по улице, одни собаки лают, другие смотрят на тебя, не лают. Они распознали, что ты не вредный человек, что ты нормальный человек, что зачем на тебя лаять. Вот, не надо выслуживаться перед хозяевами. Сколько людей при виде, грубо говоря, не нравящегося им человека могут вытерпеть и не сказать ему грубости, не послать мысль хотя бы грубую. А здесь опять души, души. Опять не люди. Тут даже опять разговор не о том, что многие люди вокруг тебя спасутся, если ты будешь мирные слова говорить, ласковые слова. Души, потому что души-то не обманешь. Ты можешь в ответ собаке не лаять, но то, что ты на нее гневные, значит, какие-то помыслы посылаешь, когда она на тебя лает, и то, что ты раздражаешься на эту собаку, это чаще всего. А то и боишься ее, ой, она лает. Вот. Начинаешь с ней разговаривать, не надо, не лай там, не трогай меня. Показываешь ей, что я мирный, я мирный. А ты просто должен быть мирный, и тогда собака не будет лаять. Вот как ни странно. Я со многими, ну, у меня есть очень хорошие специалисты по собакам. Вот прямо международного уровня есть специалист по собаке, собакам, собаководству. Она прямо говорит, собака никогда тебя не тронет, если ты не проявляешь агрессивных каких-то к ней отношений. Вот так, мои хорошие. Я надеюсь, что вам было полезно услышать такое рассуждение об этой фразе «Стяжи дух мирен». Но я бы не хотел вас направлять сразу вот в то, в другое или в третье русло, что вот вы это вот воспримите главное, и все, и теперь давайте себе стяжайте и все это. Я бы как раз вас направил на осознание того, что все это должно работать. То есть и стяжать, то есть получать надо духа мирно где-то, то есть с людьми, с мирными общаться, значит, молиться, значит, молитовкам мирных, а не об уничтожении врагов и так далее. Когда вы что-то собрали, внутри себя собрать это в некий такой вот образ, который в вас уже становится главным, главным в вашем поведении, в вашей сущности. Ну, а когда поняли, что в вас это есть, то вытерпеть, то есть стяжать, вот, стужить. Все то, что в вас есть, и когда удивительным образом это в вас появится, у вас, соблазняющих вас на немирное существование, будет только увеличиваться. Будет увеличиваться. Вот вчера на вас собака лаяла, а завтра на вас сосед лаять начнет, а послезавтра вам священник гадости начнет говорить. То есть здесь уже лукавый по вашему духу действует, и вы должны это все проходить ступеньки этого и знать, что на самом деле самое это страшное, когда Господь нас не благоволит и скажет, да, вот этот в гиену огненную. Так что здоровья вам, радости, стяжите дух. И, ну, сейчас-то вот при этих технологиях, каких мы видим, мне кажется, это совершенно такая
вещь простая, что тысячи душ спасаются. Я вижу, как хорошие старцы, появившиеся в интернете, вдруг очень многих умиротворяют, как очень хорошие какие-то тексты появляются, которые помогают спасать от лица этих мирных людей других. Ну, в общем, сейчас посланные нам Господом технологии, по-моему, вот эту картинку, которую нам нарисовал батюшка Серафим, реализует легко и запросто. Вот так. Так что получится у вас, если вы все стяжите правильно, получится у вас и души окружающих спасать. Здоровья вам всем, радости желаю. Ну и духа мирно. Именно с ним вы назоветесь сынами Божьими. Аминь.